внимание. Что-то новенькое по поимке именно этой рыбы. И на ваших глазах смонтируем несколько оснасток. Надежно фиксируем нашу леску на вертушке. Подрезаем их возле самого узла, чтобы сформировать наши поводки. На Руси псовые охоты были привилегией высшего дворянства. Охота с собакой особо колоритна, она увлекательна и продуктивна. Предлагаю вам приобрести хорошего помощника в охотах на зайца, красного зверя и копытных. Русские гончие и сибирские лайки от лучших производителей подготовлены к работе в самых сложных условиях.